На улице зима, мы едем делать наш потолок. Это второй потолок будет в этом доме. Он, в принципе, как бы одинаковый, только в центре не будет вот этого основного свода вот с четырех сторон. То есть это будет такой, такие четыре свода по краям. Вот такой купольный такой потолок, два окна тоже самое. Здесь я хочу уже показать более так подробно какие-то моменты, например, как мы формируем флажки, как мы делаем там какие-то крепления, как мы вообще саму форму вот эту делаем, вот этих потолков. Поэтому я думаю, что все будет нормально, мы успеем, вовремя сделаем, и все будут довольны, и я смогу показать то, как оно. По крайней мере, люди, которые хотят понять, как оно делается, они уже смогут представить себе, у них будет какая-то картинка для себя, вот, и я надеюсь, что я смогу им помочь в этом, так что все будет нормально. Потолок классный, все довольны, спасибо, что были с нами, очень красивый потолок, мне нравится, вот. Я думаю, за 4 дня это какой-то своеобразный рекорд, всем привет.
So just go on. So just go on and leave. So just go.